Демонстрация новых моделей автомобилей прошла сегодня на АЗЛК. Эти машины, «Москвич 2141» и «2142», автозавод имени Ленинского комсомола планирует оснащать французскими движками фирмы «Рено», так как на них не прижились отечественные, сперва уфимские, а затем и вазовские моторы. Первые – вследствие неудовлетворительного качества, а вторые – подняли цену «Москвича» до 37 миллионов рублей. Изделия же с французской начинкой будут стоить в районе 49 миллионов. Но, по мнению конструкторов, новые «Москвичи» должны прийтись по душе и москвичам, и россиянам вообще. Похоже, что держателям контрольного пакета акций АЗЛК они уже понравились. Но на состоявшемся после демонстрации совместном совещании остров стал основной вопрос – вопрос сбыта. Вице-мэр Москвы Валерий Шанцев поставил в этом плане весьма конкретную задачу. Каждый крупный город на карте бывшего Союза должен быть помечен двумя флажками. Первый призван ознаменовать успехи в оптовой торговле москвичами, а второй – в их сервисном обслуживании. Нет сомнения, что над Москвой взовьются оба этих стяга, поскольку контрольный пакет акций в надежных руках. А вот городам и весям еще придется доказать, что новый «Москвич» не роскошь, а хотя бы средство передвижения.